стоит мазать. Да-да-да. Он боится. Косюня. Да, ты мой хороший. Что у тебя с глазоньками, котик? Котик мой. Зайчик. Он ласковый такой, молодой, видать. Да катись. А давно он у вас здесь? Ну, я спросила у мужиков, они говорят, что в пятницу они уже его здесь увидели. А, то есть раньше не было, было, да? Не было, да. Кто-то привез и бросил. Я думаю, что далеко он не смог сам бы уйти, тем более таким вот шагом. Худой? Скорее всего. Ну, худёсь. Нет, видите, подкармливают котик. И молочко, и котик, это. Привет. Он, наверное, здесь за выходные более-менее он еще чуть-чуть там что-то наел. Золотистый, рыженький такой, какой-то раз интересный. Ну, он, конечно, в плохом состоянии. Вот, глаз не знает, ну, то ли его нету там, то ли заплыли. Да, есть он, только есть? Он что-то, ну... Ну, он какой-то... Давленный, как давленный, или он вытек наполовину. Может, переехали, да бросили. Да, котечка такой, котик, господи. Да не знаю, может быть, слом. Но он как-то это, ему не очень что-то он сказал. Берите его сейчас. Котик. Ласковый такой, ласковый. Ну, вот стоит все время шерсть. Угу. Это он, мне кажется, ну, это классно, что мы его забрали. Он радуется. Да, радуется. Лапочка у него одна вон какая кривая. Ну, видите, кривая лапочка одна, да? Да, да. Тебя бросили, котик. Тебя бросили, да, зайчик мой. Да что у тебя с головой? Что ты голову трясешь, зайчик мой? Котик. Не ходи, не ходи, не ходи. Все, мы сдали анализ крови. Да, сейчас мы на все вирусы тебя проверим. Да, на все вирусы тебя проверим, котишечка. Да. Сейчас мы маленький сейчас. Сейчас нам скажут, чем ты болеешь. Не знаю, лапка кривая вот такая у него. Да вот здесь на складах. Мужики нашли сейчас. 3 дня, говорит, живет у нас тут под вагончиком. Что, плохо дышит, да? Сколько тебе лет? Ага. Молодой. Молодой. Зубы на месте все. Ну, хоть совсем прям молоденький. Вы видели, у него череп какой? У яйца голова. Да, видела, видела. Ну, папа, да, мне кажется, вот он... Вот такой сустав у него. Ну, сустав кривый такой. Ну, у него еще вот красная кровь у нас в норме, а вот лимфоциты повышены. То есть у котика есть какое-то воспаление. И вот врач сказал, что котик еще дышит плохо. Надо на рентген его вести.